В Казанском федеральном университете проходит стажировку студенты Японского университета Канадзавы. Обучающиеся КФУ также отправились в японский вуз. Все это осуществляется в рамках программы двух университетов. Программа состоит из трех частей. Первая часть – это так называемый культурный обмен, когда студенты приезжают на 1-2 недели в Японию, казанские студенты, японские студенты приезжают на 1-2 недели в Казань. Второй уровень – это научно-производственная и научно-исследовательская практика. Третий уровень – это программа уже подготовки аспирантов, и сегодня мы начали такую работу в области медицины. Данная программа направлена на включение студентов в работу научно-исследовательских проектов, а также прохождение занятий на предприятиях партнеров каждого из университетов. Японских студентов разделили по направлениям обучения. Стажировки проходят в Химическом институте, Институте физики, Институте фундаментальной медицины и биологии и Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ. Эта программа не на один год. Эта программа стартовала просто по всем трем уровням одновременно. Предполагается, что эта программа как минимум будет длиться 5 лет. И в 2019 году мы должны выйти на уровень обмена студентов примерно такого порядка. 100 студентов из Японии в год в университет Казани, в Казанский университет, и 70 студентов нашего университета в Японию. Также с этого года стартует программа двойных дипломов. 27 августа в КФУ пройдет отбор студентов по этой программе в области физико-математических наук в университет Канадзавы. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.